К организации застройщику, которая перестраивала кольцо на Заозерной Королева в перекресток, применят штрафные санкции. Это сегодня подтвердил мэр Вячеслав Двораковский. Строители обещали сдать объект еще 15 октября, но сроки сдвинулись. В итоге перекресток официально так еще и не открыли. По договору предусмотрено штрафные санкции. Там, по-моему, что-то около 40 тысяч за каждые сутки опоздания. Поэтому мы добросовестно всегда исполняем договор, и это всегда ждем от своих партнеров.